Много песен, танцев, улыбок и хорошего настроения. Достойный старт учебного года для новобранцев университета имени Пушкина. Именно так ярко и красочно проводить посвящение – хорошая традиция вуза. По мнению руководства учреждения, творчество, как неотъемлемая часть студенческой жизни, помогает сплотить новоиспеченный коллектив, подружить ребят и сделать переход на новый жизненный этап легче и интереснее. Сегодняшний праздник, день посвящения в первокурснике, это, конечно, традиционный, потому что и студенты понимают, что после уже этого праздника, когда они дадут клятву верности выбранной профессии, верности выбранному университету, они станут настоящими первокурсниками. В 2017-м дружные ряды студентов вуза пополнили 1240 человек. Из них порядка 140 – иностранцы. В Брест приезжают учиться из разных точек земного шара. В настоящий момент есть представители 15 стран. В их числе Туркменистан, Пакистан, Словакия, Польша, Украина, США, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Одним словом, культурный и языковой обмен обеспечен. Впрочем, интересует студентов не только творчество и знакомство. Большинство настроено на серьезную и результативную учебу. Брестский университет имени Пушкина, потому что рядом возле дома, недалеко, тем более зачем ехать далеко. Исторически, потому что я очень увлекаюсь историей, это мое хобби, моя жизнь. Я ставлю большие цели именно на историческом факультете, у меня большие планы в будущее. И это именно та профессия, без которой нет ни настоящего, ни будущего. История мне нравится, и я все время любил историю, с детства даже. Она мне больше всего увлекала из таких предметов и в школе, и в лицее. Мне понравилось это. Я решил связать свою жизнь с историей. Эмоции хорошие, попал в хороший коллектив, достойный факультет, достойный университет. Конечно, концерт посвящения в студенты – это только начало большого пути, на котором наверняка будут и не самые удачные дни, и периоды абсолютного счастья. Но именно такой баланс должен помочь ребятам найти свой путь и свое место в учебе и жизни. Мне что нравится уже в первокурсниках, потому что я с ними общаюсь уже сейчас. Это люди, которые, во-первых, очень ориентированы на будущую профессию. Они пытаются сейчас адаптироваться к студенческой жизни, потому что здесь многое новое. И новые формы обучения, и новые предметы, и, конечно же, новые лица. Это и новые преподаватели, и новые однокурсники. Но потому как позитивно они смотрят на жизнь, а молодежь всегда позитивно смотрит на жизнь, говорит о том, что у них все получится. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».